Соблюдая законность, меры личной безопасности, культурное и вежливое обращение с гражданами, приказываю заступить на маршрут патрулирования. Их работа и опасна, и трудна. Сегодня в отделе ГИБДД управления МВД России по Одинцовскому городскому округу служат 134 сотрудника. 95 из них – отдельная рота ДПС. Сергей Королев работает в дорожно-патрульной службе уже 17 лет. Помимо основных обязанностей, посещает образовательные учреждения, рассказывает ребятам о правилах безопасности на улице и в быту. Ребята нас воспринимают с положительной стороны, им всегда интересно пообщаться с человеком в форме. Вот. Ну, они же все, что касается дошкольных учреждений, это же больше игра. Вот. Игра в пешеходный переход. Игра, например, в светофорик. Вот. Отлично, им нравится. Сергей Купчихин служит в полиции почти 20 лет. Сначала в патрульно-постовой службе, потом участковым, с 2010-го в ГИБДД. Год проработал дорожным инспектором, затем перешел в дежурную часть. От его оперативности зависит многое, ведь именно сюда поступают сообщения о ДТП или преступлениях, связанных с автотранспортом. Помогает техника и система слежения ГЛОНАСС. На интерактивной карте округа можно видеть все экипажи. На место происшествия незамедлительно отправится ближайший. Работа, признается Сергей, немало, но ему нравится. Помогать гражданам, оказывать содействие во всем, чтобы люди долго не стояли по ДТП, не ждали. Все больше жителей округа садится за руль. В отделении экзаменации, куда приходят, чтобы сдать экзамены на права, работают 6 офицеров и 5 штатских сотрудников. Начальник отделения Александр Алныкин из династии полицейских. Его отец прослужил в органах ГИБДД 27 лет. Столько же в Одинцовском УМВД отработала родная старшая сестра. Сам Александр служит в органах уже 21 год. 5 из них в отделении экзаменации Одинцовского отдела ГИБДД. Серьезное большое подразделение с серьезными большими задачами. Оно самое дружное, самое приветливое. Мы всегда стараемся оказать максимально помощь гражданам. Ну и прекрасное подразделение, в котором всем советую обращаться. За повседневной деятельностью и многозадачностью службы об истории орудий ГАИ ГИБДД в Одинцовском отделе не забывают. Исторические фотографии, документы, различные сувениры бережно хранит тематический музей. Немало и настоящих раритетов, например, старинный мотошлем госавтоинспектора и жезл полицейского начала 20 века. А по соседству – награды за спортивные достижения отдела. Наше подразделение одно из самых крупных и также одно из самых спортивных подразделений Московской области, потому что мы неоднократно уже в последние годы становимся призерами и победителями зимних и летних спартакиад среди сотрудников госавтоинспекции Московской области. За обстановкой на дорогах сотрудники ГИБДД следят круглосуточно, вне зависимости от будней и праздников. Ведь основная задача патрулирования – снижение аварийности и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Уважаемые сотрудники, ветераны госавтоинспекции, в этом году нашей службе исполняется 85 лет. От всей души хочется поздравить вас с этим замечательным праздником. Здоровья, удачи в нашем нелегком деле. Спасибо ветеранам за многолетний труд в этом нелегком деле. С праздником вас всех! Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».